Привет, студент! Пока зима аккуратно наступает на пятки, я расскажу тебе о самых актуальных новостях студенчества. В эфире «Универ News» и с тобой я, Оскар Галимов. Смотри сегодня! В Казанском федеральном почтили память великого математика Лобачевского. «Мой рэп, мой хлеб» – в Казани прошел фестиваль уличного творчества. Совсем недавно в Казанском федеральном завершился первый ученый совет в обновленном составе. Введены новые должности, награждены самые инициативные сотрудники. Однако на торжественной церемонии повестка дня не закончена. Как же будет развиваться Казанский федеральный дальше, мы расскажем в нашем следующем сюжете. А сейчас продолжаем. 1 декабря 1792 года в Нижнем Новгороде родился великий математик, ректор Императорского Казанского университета Николай Иванович Лобачевский. По этому поводу в КФУ и лицее имени Лобачевского прошли памятные мероприятия. 224 года назад, 1 декабря 1792 года, родился Николай Лобачевский, российский математик, создатель неевклидовой геометрии. И, конечно же, в свое время ректор тогда еще Императорского Казанского университета. По этому поводу в стенах Казанского федерального университета прошли мероприятия, посвященные дню рождения великого математика. Самые разные мероприятия, разной направленности, начиная от проведения олимпиады по математике, посвященной дню рождения Николая Ивановича Лобачевского, будут международная научно-практическая конференция, посвященная Николаю Ивановичу Лобачевскому и его трудам. Сегодня будет грандиозный праздничный концерт, посвященный Дню математики в Казанском федеральном университете и дню рождения Николая Ивановича Лобачевского. Одним из мероприятий в этот день стала Поволжская олимпиада по математике. Участие в ней приняли не только студенты КФУ, но и студенты из Омска, Нижнего Новгорода, Элисты, Волгограда и многих других городов нашей необъятной страны. А также прошла третья международная конференция научно-практических работ студентов Лобачевский 21 век. Участники представили свои исследовательские работы в 5 номинациях. Лучшая научно-исследовательская работа, лучшая поисково-исследовательская работа, лучшая прикладная работа, лучшая эссе, номинация с присутствием исторического экскурса, лучшая методическая работа. Масштабное празднование прошло не только в стенах Казанского федерального университета, но и в лицее имени Николая Ивановича Лобачевского. Именно там прошел уже традиционный математический марафон, организованный для учащихся 7 и 8 классов. Имя Николая Ивановича Лобачевского стало брендом для нашего лицея в 2004 году. Мы очень стараемся чтить память великого математика и следовать интересным и важным традициям математической школы Казанского федерального университета. Вот, наверное, почему мероприятие, посвященное дню рождения Лобачевского, математический марафон, стало доброй, интересной, важной и увлекательной традицией для нашего лицея. Учащие должны были представить свой класс и показать свои знания в математике. Специально для них были подготовлены самые различные площадки. Где-то им приходилось быстро считать в уме, а где-то проявить свои знания в биографии великого математика. Позже состоялось возложение цветов в бюсту Николая Лобачевского. На это памятное мероприятие собрались не только сотрудники, но и учащиеся лицея Лобачевского. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универньюз. О чем расскажет там Всемирная сеть сегодня, узнаешь в нашей традиционной рубрике «Веб News». Во Франции презентовали экономический и инвестиционный потенциал Татарстана. Обсуждение перспектив развития сотрудничества состоялось в Париже незадолго до старта делового форума «Франция-Татарстан». Татарстан занимает первое место в Российской Федерации по охвату населения электронными услугами. По словам Романа Шайхутдинова, в 2017 году в работе портала Госуслуг Республики Татарстан предлагается сделать упор на развитие сервисов для бизнеса. В Зеленодольске выдана 7-тысячная карта жителя Татарстана. Уже в течение почти 2 месяцев жители города имеют возможность записаться на прием к нужному специалисту, минуя многочасовые очереди, оформить социальные льготы и получить скидки в ряде торговых сетей. Названы самые полезные для здоровья виды спорта. Лучшими для здоровья, по мнению ученых, являются плавание, велоспорт, теннис и аэробика. Согласно исследованию, футбол и бег заметно уступают им в полезности. YouTube может уйти из России, СМИ. Привести к этому может принятие законопроекта об ограничении доли иностранного участия в аудиовизуальных сервисах в 20%. Спектакль театра «Мастеровые из Челнов» стал победителем международного фестиваля «Мост дружбы». Победителем сразу в 3 номинациях стал спектакль «Свидетель обвинения». До конца года КФУ откроет центры пропаганды татарского языка в Башкортостане и Азербайджане. Центры будут функционировать в качестве филиалов Института Каюма Насыри.
Прорывные разработки КФУ завоевывают мировой нефтегазовый рынок. Как отметил Данис Нургалиев, результатами двухнедельного путешествия в КФУ более чем довольны. Данные соглашения открывают перед учеными вуза огромные перспективы. Ученые КФУ разработали инновационную образовательную модель для будущих учителей математики, которая позволит будущим преподавателям этого предмета самостоятельно выстраивать свой образовательный процесс и выбирать различные направления обучения по своей специальности. В Казани прошел фестиваль альтернативного творчества «Формула жизни». Если тебе не знакомы слова рэп, битбокс и дэнс-холл, то у тебя есть возможность вместе с нашим корреспондентом Анастасией Ивановой научиться читать рэп и круто битбоксить. Для казанских студентов формула жизни заключается в словах дэнс-холл, хип-хоп, олл-стайлс, битбокс, рэп и много других непонятных для меня слов, потому что я не умею ни танцевать, ни читать рэп, ни битбоксить, поэтому ваша задача сегодня вместе со мной научиться этим направлениям на фестивале «Формула жизни». Поехали! Уже задолго до начала фестиваля альтернативного творчества участники собрались в концерт-холле «Эрмитаж», размяться перед выступлениями и присмотреться к соперникам. Сегодня здесь будут наверняка самые активные участники вообще молодежной жизни Казани. И надеюсь, что они покажут реально класс и реально покажут свой уровень. Давай попробуем сейчас прямо вот здесь вот, прямо на камеру, чтобы ты меня научил пару маленьких трюков. Давай. Знаешь, наверняка букву русского алфавита «С». Вот. Давай, начинаем. О, даже получается. А получается ПХ? Да. Фестиваль «Формула жизни» проводится студентами КУНИТУ уже в седьмой раз. И масштабность событий с каждым годом увеличивается. Судить любители уличной культуры приезжают и московские танцоры и рэперы. Орг. Так вот, скажи, пожалуйста, Лена, какова формула жизни все-таки? Химический вуз, то есть это организует Казанский национальный исследовательско-технологический университет. И, наверное, она у нас такая состоит из химических элементов, чтобы потом воссоединиться и сделать какое-то вещество. Но какое именно, мы скажем, наверное, чуть попозже. Хип-хоперы, рэперы и битбоксеры – это такая своеобразная химия такая. Наверное, да, потому что в любом случае любое творчество – это всегда связано с химией внутри, которая реакция, которая внутри ребят, которые выступают, которые выходят на сцену. На сцену ребята выходили не просто показать готовые номера и заранее отрепетированные выступления, а сразиться друг с другом в жарких батлах. Ограничений по импровизации не было, но кто-то заранее выбрал для себя тему. Что ты будешь исполнять сейчас, буквально через 5 минут? Я буду исполнять трек «Горизонт». Это о нашей жизни. У Ильяса все треки со смыслом жизни. Давайте, например, вот буквально пример. Я там иду и еще там... Мне говорили, может, не стоит. Мол, рэп тебя никогда не прокормит. Я всем таким отвечаю на ушко. Рэп — это душа, а не кормушка. Батлы прошли в самых разных направлениях уличной культуры. Если в музыкальном это рэп и битбокс, то танцевальное направление включает в себя еще целое множество разных стилей. Хип-хоп, дэнс-холл, папи, вок, брейк. Что туда еще можешь войти? Дэнс-холл, хип-хоп, что просто их куча. Слушай, а ты, получается, дэнс, как? Хип-хоп. Да, конечно. Хип-хоп фристайл. У танцоров, которые фристайлят, обычно движения все время на ходу идут. Да, вот ты, допустим, ходишь по дому, убираешься в душе, там танцуешь все время, везде, всегда. Обязательно. Там, если музыка идет, то все само начинает. Вот так вот. Вот здесь прям вот мы. Волна. Побывав на фестивале, можно насытиться духом улицы и альтернативного творчества. Даже я, кажется, получила базовые навыки. Кто знает, может, вы увидите меня в батлах «Формулы жизни» в следующем году. Универ, смотри, мы делаем от души, делаем так, с нами не шути. Йоу. Да, спасибо. Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Универ Ньюс. А это были все новости на сегодня. С тобой был Аскар Галимов. Пока!